Районный историко-культурный центр вновь в гуще событий. Ведь здесь собрались именитые мастера и преданные ценители изобразительного искусства. А началось все, конечно, с торжественного приветствия и награждения участников. Атмосфера в этот день царила невероятно душевная. Делились планами на будущее, читали стихи, много шутили и, конечно, пели. Стала близкая и ласковая, альпинистка моя, сказала ласка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, и бронила меня, сказала ласка моя. А после торжественной части всех ждала увлекательная экскурсия по выставке и непринужденное общение с авторами работ. Безусловно, такие проекты и важны, и нужны. Что называется, идея снизу, она всегда будет долго жить. И вот этот проект «Калейдоскоп» потихонечку, как мы уже сегодня видели, стал разрастаться, все больше участников. Центральная тема художественных произведений экспозиции – экология души, экология человеческих отношений. Это как никогда близкая и понятная тема для каждого из нас. И «Калейдоскоп» – это не только встреча с знаменитыми и всеми любимыми авторами, но и новые имена, новые темы. Выставка поражает, на мой взгляд, своей демократичностью, потому что молодых художников, членов творческих студий, студентов художественных вузов появляется возможность выставить свои работы вместе с заслуженными художниками, профессорами столичных вузов, академиками, поучиться у них профессиональному мастерству, опыту, получить совет. На выставке представлено более 100 живописных и графических работ, фотографии, скульптура и прикладное творчество, где четко прослеживается и еще одна важная тема экспозиции – город, городская среда, горожане. Жизнь соткана из мечты и поступков. Вот выставка – это один из поступков для художника. Результат наших как бы совместных усилий и коллективных, и личных. Понимаете, каждый из этих вот здесь художников – личность. Ученица Геннадия Животова Ирина Радюк представила на выставке работы, в которых отразила города и свет, где основной темой выступили огни большого города. Я благодарю организаторов выставки нашего творческого объединения и, безусловно, историко-культурный центр за такую возможность в этой теплой, уютной атмосфере провести нашу выставку. Выставка продлится до 25 февраля. Успейте получить удовольствие. Алексей Мельников, Алексей Руднев, Сергей Ларин. Видное ТВ.